Ишимские экстренные службы подняли по тревоге в связи с опасной находкой. Возле 110-го дома на Паровозной при проведении работы дорожники обнаружили гранату. Участок оцепили, людей из ближайших зданий эвакуировали. Устройство идентифицировано как граната F1, граната ручная, противопехотная, осколочная, радиус поражающего действия осколков 200 метров, количество осколков до 300 метров. Были вызваны саперы подразделений Росгвардии из Тюмени. Этот объект был удален с улицы. У специалистов несколько версий, как граната попала на территорию города. Одна из них – во время Великой Отечественной войны боеприпасы могли привезти с фронта земляки. Был это учебный или боевой снаряд, предстоит выяснить экспертам.